За годы пятой пятилетки на Калининградском вагоностроительном заводе освоено производство десятков новых машин. Сборку автопогрузчиков ведут лучшие монтажники завода. Григорий Иванович Халуев. Его товарищ по цеху Алексей Иванович Капустин. Рядом с ними трудится электрик Константин Павлович Константинов. Слесарь Лев Леонидович Коневский. И сменный мастер Александр Сергеевич Макеев устанавливают подъемные механизмы. Небольшие подвижные машины способны поднять и перевести до 1,5 тонн груза. Более 850 таких автопогрузчиков выпустил завод в этом году. Их можно встретить на многих предприятиях и новостройках нашей Родины и стран народной демократии. Очередная партия автопогрузчиков Калининградского завода направляется в Китайскую Народную Республику. Боковые стенки вагона составляются из массивных металлических пластин, способных выдержать большую нагрузку и высокую температуру агломерата. Конструкторы много поработали, чтобы избавить рабочих от тяжелого труда по выгрузке горячей руды. И систему, открывающую нижние люки. Новые вагоны отправляются из Калининграда на металлургические комбинаты Урала, Сибири, Донбасса. Калининградский вагоностроительный завод освоил производство новой продукции – автопогрузчиков. Сборка машин ведется поточным методом. Автопогрузчик передвигает груз и в горизонтальном, и в вертикальном направлении. Каждая из этих машин способна поднимать и перевозить более 1,5 тонн груза. Она заменяет труд 25 человек. В Калининграде открылась вторая областная сельскохозяйственная выставка. На ней собраны сотни экспонатов, рассказывающих о достижениях колхозов и совхозов, машинотракторных станций, рыболовецких хозяйств области. В главном павильоне выставки находятся стенды «Кормовая база», «Кукуруза», «Овощеводство», а также стенды лучших колхозов, чей опыт будет использован всеми хозяйствами области. Калининград – город рыбаков, и поэтому неудивительно, что внимание посетителей привлекает павильон рыбной промышленности. Здесь показывается передовая техника лова, образцы продукции, выпускаемые предприятиями, которые добились в этом году больших успехов. А сейчас мы на выводном кругу. Более 5800 килограммов молока надоила доярка колхоза «Победа» Мария Харитонова от коровы «Хитрой». В колхозе имени Кирова от свиноматки «Пташки» за 2 опороса получено более 20 поросят. Среди посетителей выставки – делегация промышленных рабочих Польши, приехавшая в нашу страну в связи с месячником польско-советской дружбы. Гости подробно ознакомились со всеми экспонатами. Выставка обобщила передовой опыт сельского хозяйства области. В Калининграде начинает выпуск продукции новое предприятие – завод торгового машиностроения. Завершается работа над автоматом для продажи перьев. Такие автоматы будут установлены не только в магазинах, но и в школах. Вот опытный образец другого автомата для продажи карандашей. Стоит только опустить 15-копеечную монету, и покупатель получает карандаш. Калининградский завод
будет снабжать различным оборудованием магазины многих.